За последние 5 лет Юля ни разу не разогнула спину в таком положении и сидя, и даже лежа. При этом боль, которую испытывает девушка по 10-бальной шкале, где 0 – это обычное состояние здорового человека, а 10 – ощущение ампутации конечности без наркоза. Медики оценивают на 8. А ты сможешь пройти нам, показать, как ты ходишь? Только кровати. Вдоль кровати? Да. Давай. В медицинской карте Юли не один десяток диагнозов. Ее наблюдали хирурги, ортопеды, неврологи и даже психиатры. В болезни девушки нет точки отсчета. Она не падала, не попадала в автомобильную катастрофу, не ломала позвоночник. Единственное, что помнит сама, лет в 12 потянула спину во время легкой разминки на школьных турниках. Это фотографии как раз того периода. А это уже через 5 лет. Позвоночник скручен, но девушка еще могла ходить. По протоколам Всемирной организации здравоохранения для таких пациентов Юля прошла все этапы терапии, вплоть до наркотических препаратов. Это участь тяжелых онкобольных, людей, умирающих от травм. Вариант не для 22-летней девушки. Но она говорит, пошла бы и на это, если бы могла выдержать побочные эффекты, постоянную рвоту, проблемы со зрением и мигрень. Побочные эффекты, связанные с опиатами, были выражены максимально. И это было очень травматично для Юли, для ее психики и в том числе для нас. То есть мы это наблюдали, и поэтому мы приняли согласованно консилиум врачей, мы приняли решение о применении гораздо более эффективной методики. Чтобы избавиться от пагубного влияния, сильнейшее обезболивающее пока в качестве эксперимента ввели прямо в спинной мозг пациентки. И только тогда боль вдруг отпустила, и Юля смогла на время выпрямиться. Сразу после теста. Первый тест, второй тест. К операции готовились больше полугода. Все понимают, если процедура окажется успешной, это новая страница в паллиативной медицине Беларуси. Если показывать графически, в область спины Юле вживляют специальную помпу. От нее идет катетер прямо в спинной мозг. Устройство подает обезболивающее. Доза в сотни раз меньше той, что показано для приема внутрь. И одной заполненной помпы хватит примерно на 4 месяца. Затем ее смогут пополнять из специального шприца. На операционном столе Юля провела около 2 часов. И пусть ей понадобится еще несколько дней для отладки устройства, едва очнувшись после наркоза, она уверяет, что наконец счастлива. Всем спасибо за то, что не отвернулись, за то, что приложили столько усилий и заинтересовались этой проблемой. Яркий пример победы над болью – паралимпийцы. Александра Трипутя, который как раз возвращается из Рио, уже завтра ждут нейрохирурги для отладки похожего оборудования – нейростимулятора. Только вместо лекарств – электрические импульсы. У нас все проводится бесплатно. Как раз вот закупка этой помпы и все остальные расходные материалы, которые необходимы были для этой операции, они закупаются за счет республиканского бюджета. Поэтому больные даже они не владеют вопросом. Никого, никогда из белорусов мы не заставляем покупать что-то за собственные средства. Случай Юли, когда сильная боль возникла из ниоткуда, конечно, уникальный. Но в Республиканском центре травматологии от хронических спазмов страдает далеко не один пациент. Нередко именно болевой синдром – результат травм или заболеваний опорно-двигательного аппарата. Основная проблема, по мнению специалистов, состоит в том, что квалифицированную помощь пациентам с хронической болью сегодня оказывают разве что в клинике. Все остальное время они, что называется, предоставлены сами себе. Это можно изменить, если, по примеру некоторых других стран, создать в Беларуси отдельную службу боли. Тогда в случае какого-то обострения пациенту не будет необходимости обращаться к терапевту или, скажем, вызывать скорую помощь. В идеале бригады врачей-альгологов. Именно они занимаются лечением болевых синдромов, появятся во всех регионах страны. И учитывая, что как раз сейчас в Минздраве обсуждают вопрос создания белорусского общества боли, вполне возможно, что это перспектива самого ближайшего времени. Наталья Стельмах, Катерина Круталевич, Александр Автухов. Наши новости. ОНТ.